Какие федеральные и региональные выплаты положены молодой семье с детьми? Как получить и на что можно потратить региональный материнский капитал? Кому компенсируют расходы на детское питание? На что может рассчитывать семья, где мама и папа студенты? На ваши вопросы о социальных выплатах 5 февраля в 19:00 в прямом эфире ответит начальник управления социальной защиты Белгородской области Елена Батанова. Трансляция на телеканале «Мир Белогорья», на радио «Мира Белогорье», на нашем канале в YouTube и в группах в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках. Вы можете уже сейчас оставить вопрос на автоответчик или задать его в прямом эфире по телефону в Белгороде 78-78-01. Оставить вопросы в группах «Мира Белогорья» ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграм и Фейсбук. Записать и прислать видео-вопросы в мессенджер Viber по телефону 8-919-280-54-60. Прямой эфир 5 февраля в 19:00 на «Мире Белогорья».